зверь сидел у камелька, грела круглые бока, слушал ровный каминный гул, нечаянно заснул. Долго ль коротко он спал, но, проснувшись, увидал. Город зимний шумит и сырой, и еда вокруг горой. Не видать конца рядам, и за дамой Грюненталь, словно крейсер торговых вот важно сверточек несет. Зверь хоть и недавно ел, но отчасти ошалел, и немного косел, видя местный промысел. Шел он громко фыркая по рядам, где сыр дают, с дырками, прорехами, литой с орехами. Шел он тихо уркая по рядам, где кур пекут, и дошел зрачками горя до копченого угря. И паштеточный развал, марципановый разврат, дюжина сортов халвы, а уж с ней зверь не на вы. Он и стал протяжный ур, да ведь город-то Страсбур, пирога с коренбами кус, или Страсбург на чей-то вкус. Рьяно мордою вертел и налопаться хотел, но не у всякого звера есть в кармане 2 евро. Дальше ход событий прост, сняв ручной работы хвост, что хозяйка вышила мулиной бисером. Стал наш пакостный герой там, где павильон с икрой, и взревел, как борт во тьму, ну а хвостик вот кому. И что бы вы думали, продал, и за дамой Грюненталь, морща свой бельгийский нос, хвостик в сверточке понес. Ведь на Рюде-Тоннелье есть у дамы ателье, и поквилту мастерская с отделом по хвостам. Он навьюченный эскорт посмотрел собою горд с выражением царя на бесхвостого зверя. Но презрение буржуа крендельком тот заживал пирогами, творогами и окороками. От усердия упал и сознание потерял, а очнулся вот каминный диванчик перед ним, на котором он лежит, весь ни капельки не сыт, словно бы совсем не ел. Но куда ж он хвостик дел? От таинственных вещей зверь, чтоб отвлечься, съел лещей, двух копченых средь плющей и горшочек овощей.